Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Зашел в курятник, включил свет. Надо уже ставить, чтобы свет автоматически включался. 6 часов. О, выскочила квочка. У нас сегодня холодно. Довольно холодно. О, началось. Плюс 3 градуса. Ну, цыплята, в общем, на улице, в смысле. Сейчас я посмотрю, сколько тут в помещении. Тоже, наверное, не жарко. О, все стали выходить, наконец-то. Так, тут у нас, вот, в ожидании очереди. А тут у нас плюс 11. Плохо видно. Вот, все сразу вышли. Так что свет тоже надо включать. Ну и желательно будить тоже с утра. Так, так, так. Я поставил картошку. Забирал в дом. Ого, чтобы мыши не грызли теперь, ну и заодно, чтобы она не сильно остыла, могли кушать. Ну что-то они не сильно кушают. Посмотрим. Так, в основном цыплята кушают у нас сухой корм. А картошку не хотят. Поставляли очистки, эти шкурки картофельные. Не хотят картошку. Ну что ж, бывает. Бывает. Значит, не голодные. Арсений Селезнев, Зверобой. Вот такие вот не голодные цыплята с утра. Довольно прохладно. Плюс 11 в помещении. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!